Добрый день, друзья! Сегодня я хочу спеть для вас песню, которая называется «Поезд Транзит». В ней затронута очень непростая тема о том, что же все-таки из себя представляет жизнь на Земле. Может быть, это всего лишь маленький отрезок очень большого пути, а мы здесь все временно и пассажиры. Дело в том, что у всемирно известного врача-психотерапевта Реймонда Моуди есть книга, которая называется «Жизнь после жизни», а по некоторым переводам как «Жизнь после смерти», где он рассказывает о впечатлениях человека, прошедшего клиническую смерть. И самое удивительное, что эти впечатления у разных людей совпадают, что наводит на мысль о том, что не все так просто, что жизнь – это не хаос, а все подчинено определенным законам. Совсем недавно у него вышла еще одна книга, которая называется «Жизнь до жизни», в которой он утверждает о том, что каждый из нас прожил уже несколько жизней, что жизнь на Земле – это всего лишь звено в цепи нескольких жизней, прожитых нами ранее. Все это вызывает очень много споров, дискуссий. Конечно, каждый к этому может относиться по-своему, в силу своих убеждений, знаний, веры. Но самое интересное, что он все-таки заставил людей заинтересоваться этим вопросом, и появилось целое направление в лечении многих серьезных заболеваний, и перед наукой поставлено очень много неразрешимых вопросов. То есть вот обо всем этом идут рассуждения в этой песне. Я рекомендую вам почитать эти книги, я думаю, что будет интересно. Итак, песня «Поезд Транзит». Поезд вперед, как часы слышен стук колес. Неизвестная даль, где-то там впереди. Уходящие дни, как отрезки пути, проживая, нас уносит с собой скорый поезд. Так и нет, и сегодня уже вчера. Бесконечен наш путь, что зовется судьбой. Только вот где сходить, и когда, и кому, мы не знаем. Хотя каждый сойдет там, где должно ему. Транзит, он как бог, незримая нить. А что нас держит, когда мы приходим сюда? Погоним свое всегда на свободных местах. Все мы несемся туда и снова туда. Thank you.
наших слез. Где не рушится то, во что верим всю жизнь. Где любовь и мечты, и надежды свои обретаем. Встретит каждый из нас там фортуну свою. По ту сторону там, где волшебных мелодий звук, где все знают давно, что такое душа. В месте, где будут те, кто друг друга всегда понимает. И дай Бог нам хоть там оказаться в раю. Как отрезки пути.